петь малышка Даяна. Ведь ей уже исполнилось 18 лет. Наслаждайся взрослой жизнью и лови поздравления от друзей. Ты так смотрел на меня, и счастью мне было предела. Как дела, Алиша? Опишите именинницу тремя словами. Позитивная, красивая, добрая. Красивая, умная, замечательная, прекрасная. В трех словах не опишешь, потому что, ну, она слишком прекрасная. Ну, Даяна дерзкая, высокая и красивая. Жизнерадостная, целеустремленная, ну, добрая. Она очень красивая, очень талантливая, очень искренняя. Даяна очень яркая, энергичная, жизнерадостная, талантливая девушка. Как думаете, какой для нее самый лучший подарок? Мне кажется, прийти с хорошим настроением и подарить ей его. На самом деле, я думаю, что самый лучший подарок, это который сделан от души, от чистого сердца. Самый лучший подарок, наверное, это то, что ее окружают друзья, которые сейчас пришли на этот день рождения. Наушники AirPods черные Даяна, baby Даяна. Самые красивые цветы. Мне кажется, самый лучший подарок – это не что-то материальное, а скорее эмоции, поддержка друзей. Привет, мы поздравляем тебя с днем рождения. Шикарно выглядишь. Спасибо. Отличное большое платье. Расскажи, как ты готовилась, свои эмоции, почему именно розовый? Я считаю, что для девочки розовый цвет – это просто все. Я обожаю розовый, я считаю, что именно 18-летие нужно в этом цвете, как бы юность и так далее. Розовый. Расскажи вообще, как ты ведешь свой инстаграм, кем вдохновляешься? Я вдохновляюсь разными бьюти-блогерами. Мне очень нравится рассказывать про косметику, про макияж, так как я сама очень люблю краситься и даже работала в салоне и проходила множество мастер-классов. И даже крашу своих подруг иногда. Расскажи, с кем бы ты хотел записать будущий хит? Мы до сих пор думаем, с кем бы мы могли записать мне песню, но мы пока еще не нашли того самого артиста, с которым бы все сложилось хорошо. Пока что не могу найти. Чего бы вы ей хотели пожелать? Я желаю счастья, удачи и процветания. Большого будущего в шоу-бизнесе, где она хочет пробиться, чтобы она там, чтобы у нее там все получилось. Я бы ей хотела пожелать терпения, это в первую очередь. Наверное, оставаться такой, какой она есть, не терять свою непосредственность. Желаю хорошего развития, становления, достижения всех поставленных целей. Хотелось ей пожелать